И вот, да, США будут усиливать свой потенциал сдерживания Китая, создав сеть позиций высокоточных ракет вдоль так называемой первой цепочки островов в западной части Тихого океана. Да, но это вот как раз то, о чем ватники безумные не могут даже подумать. Что у США колоссальное стратегическое и тактическое преимущество перед Китаем. Колоссальное. У США есть острова, с которых очень далеко, там от какого-нибудь Гуама долететь до Китая, очень легко, да? А по Гуаму Китаю без толку стрелять. Там нет ничего, кроме базы, ну там, какого-то количества людей. У США есть флот огромный, да, который тоже может нахлобучить, прийти прямо к твоим берегам и устроить такой рок-н-ролл. Да, 10, будем считать, уже 11 атомных авианосцев, да, это что-то стоит, атомных авианосных группировок, космические силы есть, да, есть огромное количество ядерного оружия, там Минитмены и ракеты, это, третий, Минитмен 3, да, и прочее, прочее, прочее. То есть все это есть у Соединенных Штатов. И единственные вот ватники мечтают о гибели США, да, прям каждый день там про Йеллоустоун, они что-то там стонут и так далее. А это единственный, кто может защитить Россию. Россия сама себя уже не защитит. НАТО может защитить. Они там все НАТО хотят уничтожить, да? И с братским Китаем дружить. Блять, что за дегенераты, кошмар какой. Страшно на это смотреть. И это мой народ. Такой слабоумный, это ужас какой-то. Вот, блядь, меня прям пугает. Я думаю, господи, как же вот угораздило меня русским родиться. Это же удивительно просто. Мне говорили мои родственники, да, дядя особенно, говорит, ну что ты вот за этих слабоумных-то топишь все время, что ты за них впрягаешься, нахер они тебе нужны? Говорит, ну это самый вот говно, блядь. И так далее. Я так, я помню, с детства так меня это пугало. Я думал, зачем он говорит? А сейчас я понимаю. Он меня готовил к этому. К тому, чтобы я это тоже понял. Но я уже никуда с рельсов с этих не соскочу. У меня нет другого варианта. И поэтому мне приходится работать с тем, ну, так, где родился, там и сгодился. Интересно, насколько у китайцев численность в армии людей 1 300 000, а может и того больше. Зачем им такая армия-то? У них 3 миллиона армии сейчас в Китае, даже уже меньше, они еще будут сокращать. Зачем такая армия? Ну, у них только боевых дронов, таких, которые они могут сейчас выставить, 17 тысяч. Это только мы сосчитали, а у них гораздо больше. Зачем люди? Они что, дураки, что ли, людей подставлять? Они же не Путин.